Как, Шурка? И спишь ты! Не шипите, не поможет. Глаша, кофе. А где газета? Варваре Егоровне наверх подала. Принеси. На весь дом одну газету выписывают. Черти. Это кто, черти? Папа дома? К раненым поехал. Черти-то Звонцовы? Да, они. А? 1763. Ну, я скажу Звонцовым, как ты их чистишь-то. Позовите Тоню. До чего ты дойдешь? Это ты, Антонина? На лыжах едем? Нет. Почему? О, спектакль, а ты откажись. Эх ты, незаконная вдова. Хорошо, хорошо. Ну как же ты девушку-то и вдруг вдовой зовешь? Жених у нее помер или нет? Да ну все-таки она-то девушка. А вы почему знаете? Стыдница. Газету Варвара Егоровна сама принесет. Ну, больно много ты знаешь. Я твоих-то лет. Гляди. Меньше знаешь, крепче спишь. Я в твои годы ничего не знала. А вы теперь? Да. Ай! Тьфу, тебе. А вот сестрица шествует, важно. Бонжур, мадам, комонсала. Уже 11, ты не одета и не причесана. Не финайся. Все более нахально пользуешься тем, что отец балует тебя, и что он нездоров. Это ты надолго? А что ей отцово здоровье? Я должна буду рассказать ему о твоем поведении. Заранее благодарна. Кончилось. Ты дура. Не верю. Это не я, дура. Рыжая, дура. Варвара Егоровна, вы совершенно бесполезны. Тратьте энергию. А? Учи ее. У вас портится характер. Хорошо, хорошо, мило. Мамаша, идемте-ка в кухню. Там повар капризничает. Так он же не в себе, у него сына убили. Но это не резон для капризов. Теперь столько убивают. Я же говорила. Ну, я, если бы у нее красавца Андрюшку ухлопали, вот бы она взвелась. Зря вы дразните их. Пейте скорей. Мне здесь убирать надо. О чем замечталась рыжая коза? Не трогайте меня. Почему? Ведь тебе приятно. Скажи, да, приятно. Нет. Почему? Оставьте. Я вам не нравлюсь, вы притворяетесь. А ведь хочешь нравиться. Да. А если Варвара узнает? Да. Следует взять себя в руки, надо бы научиться. Она
предпочитает говорить дерзости и пускать мыльные пузыри с Антониной. Ну и пускаю. А я люблю пускать пузыри. И тебе что, мыло жалко? Не жалко тебя. Не знаю, как ты будешь жить. Из гимназии тебя попросили удалиться. Неправда. А твоя подруга полоумная. О. Но она в музыке хочет учиться. Кто? Шура. Неправда. Я не хочу учиться музыке. Откуда же ты это взял? Как, Шура? Шура, да. Разве ты не говорила, что хочешь? Я? Нет. Я никогда не говорила. Никогда. Никогда не говорила. Странно. Не сам же я это выдумал. Варя, ты очень сердита с ним. А ты слишком ласков. Что значит слишком? Ты же знаешь мой план. План — это план. Но мне кажется, что ты подозрительно ласков. Глупости у тебя в голове. А, глупость. Ну, сообрази сама, уместно ли в такое серьезнейшее время сцена ревности. Ты зачем сюда спустился? Да я? Вот. Тут одно объявление в газете. Да, лесник донат приехал. Говорит, мужики медведя обложили. Лесник в кухне. Объявление? О чем? Ну, конечно, возмутительно. Как ты со мной разговариваешь? А? Что, кстати, мальчишка, что ли? Это черт знает что! Не страшно. Кажется, отец приехал. Ты в таком виде? Народа перепортили столько, что страшно глядеть. Цветете, Шурочка? Простите, не поздоровался. Это я должна была сделать, отец Павлин. Но папа, вот он схватил меня прямо как медведь. Стой, Шурка, смирно! Куда теперь этот народ? А бесполезных людей у нас и до войны многовато было. Зря влезли в эту войну. Соображение высшей власти. С японцами тоже плохо сообразили. И получился всемирный стыд. Однако войны не только разоряют, но и обогащают. Как опытом, так равно и... Одни воюют, другие воруют. К тому же, ничто в мире не совершается помимо воли Божьей. И что значит ропот наш? Ты, Павлин Савельев, брось проповеди. Шурок, ты на лыжах бежать собралась? Да, Антонину жду. Ну ладно, не уйдешь, так я тебя минут через пяток позову. Выровнялась, как батарковица. Телом хороша, ловкая, лицом не удалась. Мать у нее некрасива была. Умная, как черт, а некрасива. Лицо у Александры Егоровны своеобразное.
и не лишено привлекательности. Родительница откуда родом? Сибирячка. Ага. Вот ты говоришь, высшая власть от Бога. Да. И все такое. Ну, а вот думать как, откуда? Дума – это, так сказать, допущение самой власти к умалению ее. В настоящее время появление Думы в активной роли принесло бы с собой вящую разруху и смуту. Все невзгоды и неурядицы в нашей жизни являются следствием боязни властей проявить власть. Многие полагают, что это даже роковая ошибка. Но священно-церковнослужителю не подобает входить в рассуждение о сих материях. К тому же в наши дни на духовенство возложена обязанность воспламенять дух бодрости и углублять любовь к престолу и к Отечеству. Воспламенили дух, да в лужу и бух. Как известно вам, Егор Васильевич, уговорил я старосту храма моего расширить хор певчих. А также беседовал с генералом Бетлингом о пожертвовании на колокол новостроящегося храма во имя небесного предстателя вашего Егория. Не дал на колокол. Отказал. И даже неприятно пошутил. Медь, говорит, и в полковых оркестрах не люблю. А? Вот вам бы хорошо было на колокол-то пожертвовать. По причине вашего недомогания. Колокольным звоном болезни не лечат. Ведь это как знать. Науке причины болезни неведомы. В некоторых санаториях иностранных музыкой лечат, слышал я. Да, тоже и у нас существует пожарный, так он игрой на трубе пользует. На какой трубе? На медной. Да. И говорят, весьма большая труба. Ну, если большая, вылечивает. Все может быть. И будь то бы успешно. Все может быть. Воспасеннейший Егор Васильевич. В тайнах живем. Во мраке многочисленных и неразрешимых тайн. Вот нам кажется, что светло. И свет сей исходит от разума нашего. Но ведь светло-то только для телесного зрения. Дух же разумом только затемняется и даже угашается. Эх, слов-то у тебя сколько? А как же? Возьмите вы примерно блаженного Прокопия. В какой радости пребывает сей муж, дурачком именуемый небегласами? Ну, ты опять того проповедуешь. Прощай-ка. Устал я. Сердечно желаю вам доброго здоровья. Молитвенник ваш. Боров нажрался тело крови Христовой. Глафира, эй! Что? Ничего, Глафиру звал. Эх, ты вырядилась! Куда это? На спектакль для выздоравливающих. И стеклушки на носу. Врешь, что глаза требуют. Для моды носишь. Иди. Папаша, вы поговорили бы с Александрой,
Она ведет себя отчаянно, становится совершенно невыносимой. Все вы хороши. Иди. Невыносимый. Вот я выздоровлю, а вас вынесу. Звали? Звал. Глаша, да чего ты хороша? Здоровая, каленая. А Варвара у меня выдра. Ее счастье. Будь она красивой, вы бы ее на постель себе втащили. Дочь-то, опомнись, дура, что ты говоришь? Я знаю, что. Шурду тискайте, как чужую, как солдат. Да ты, Глафира, рехнулась. Ты что, к дочери ревнуешь? Ты об Шурке не смей так думать. Как солдат, как чужую. А ты бывала у солдат в руках? Ну? Не к месту и не ко времени разговоры эти. Зачем звали? Донат, пошли ко мне. Стой. Дай-ка руку. Любишь все-таки и Хворова? Горе ты мое! Да не хворай ты, не хворай! Доброго здоровья, Егор Васильевич. Спасибо. С чем прибыл? С хорошим. Медведя обложили. Ну, это для зависти, а не для радости. Мне теперь медведь не забава. Лес трубит. Помаленьку. Людей нет, Егор Васильевич. Ты что? А? Ничего. Ах, Егорич, ты не соблазнялся медведем-то? Куда тебе хочется? Помолчи, нету людей. И че старики да мальчишки остались? Князю полсотни пленных дали, так они же в лесу не могут работать. Они поди-ка с бабами работают. Это есть. Да, баба теперь голодная. Ты слышно? Большой разврат пошел по деревням. Почему разврат, Аксинья Яковлевна? Мужиков перебили. Детей-то надо бы народить. Выходит так, кто перебил, тот и народи. Похоже. И какие же это дети от пленных-то? Нет, конечно. Ежели, ну, мужчина здоровый. А баба дура. Так ему от этой бабы детей иметь неохота. А у нас бабы умные. А здоровых-то мужиков всех на войну угнали. Дома вон остались одни адвокаты. Да, народа перепорчено много. Зато остальные богаче будут жить. Сообразила. Цари народом сыты не бывают. Как ты сказал? Не бывает, говорю, цари народом сыты. Своих кормить нечем. А все хотим еще чужих завоевать. Верно, это верно. Так нельзя иначе понять, для какого смысла воюем. И вот бьют нас за жадность. Правильно говоришь, Донат. Вот и Яков Лаптев, крестник мой, тоже говорит.
Жадность. Всему горю начало. Он как там? Да он ничего. Умный он у вас. Нашел умника. Он дерзкий, а не умный. От ума и дерзок, Аксинья Яковлевна. Он-то, Григорий Васильевич, дезертиров подобрал, человек десяток поставил на работу. Ничего, работает. А то ведь воровством баловались. Ну, это Макроусов узнает, скандалить начнет. Макроусов? Да он знает, он даже рад, ему легче. Ну, смотри. Ну, а медведя, значит... О, медведь, твое счастье. Разрешите предложить медведя Бетлингу? Вы знаете, он оказывает нам такие... Знаю, знаю, предлагай. А то архиерею предлагаю. Да поглядеть, как архиерей медведя стреляет. Ну, я устал. Прощай, Донат. Что-то нехорошо все, братец мой, а? Вот как я захворал, так и началось неладное. Ну, прощай, Донат. Прощай. Аксинья, Шурк, пошли ко мне. А ты чего мнешься, Андрей? Говори сразу. Я по поводу Лаптева. Ну? Мне стало известно, что он связался с неблагонадежными людьми, и на ярмарке в Копосове говорил мужикам противоправительственные речи. Брось, ну какие теперь ярмарки, какие мужики, что вы все на Якова жалуетесь? Ну ведь он как бы член нашей семьи. Как бы, не очень-то вы его своим считаете, вот он и обедать по воскресеньям не приходит. Иди, Андрей. Позже расскажешь. На Якова ябедничал. Это не твое дело. Сядь сюда. На тебя тоже все жалуются. Кто все? Аксинья, Варвара. А, это еще не все. Я серьезно говорю, Шурена. Серьезно ты говоришь не так. Дерзкий ты со всеми, ничего не делаешь. А если я ничего не делаю, то в чем же я дерзкая? Не слушаешь никого. Я всех слушаю. Тошно слушать, рыжий. Сама рыжая, хуже меня. Вот ты со мной говоришь неладно. Надо на тебя ругать, а не хочется. Не хочется? Значит, и не надо. Ишь ты, не хочется, не надо. Это кто жить легко бы, да нельзя. А кто мешает? Все. Все мешают. Тебе этого не понять. А ты меня научи, чтобы я поняла, чтобы мне не мешали. Этому... не научишь. Ты что, Ксения, что ты чебрадишь? Чего ты ищешь? Доктор приехал. И Баштин ждет. Александра, как ты сидишь? Брат, его убил. Зови доктора. Лежать мне вредно. Тяжелею от лежания. Эх, Шуренок! Улепетывай, ногу не вывих, не гляди. Как мы себя чувствуем? Неважно. Плоховат лечь, Нифон Григорьевич. Но. Ты давай мне самые дорогие, самые злые лекарства. Мне, брат, обязательно выздороветь надо. Вылечишь, больницу построю,
Старшим будешь с ней, делай, что хочешь. Ну-тика. Что сказал доктор-то? Рак, говорит, рак в печенке. Господи, господи, что выдумал? Болезнь, говорит, опасная. Ну, конечно. Это всякий свое дело самым трудным считает. Не вовремя захворал. Кругом деньги падают, как из худого кармана. Нищие тысячниками становятся, а он... Да, так богатеют люди, так богатеют. Достигаев может говорить только тысячами. А у Егора Васильевича, кажется, затмение ума начинается. Намедни говорит... Жил, говорит, я мимо настоящего дела. Что это значит? Да я и сама замечаю, что нехорошо он говорит. А ведь он на твоем с сестрой капитале жить-то начал. Должен бы приумножать. Да. Ошиблась я, Макей. Я давно знаю, ошиблась. Вышла замуж за приказчика-то. Да вот не за того. Вот как бы я за тебя бы вышла, мы спокойно жили бы. А вот, ой, Господи, Господи. Ведь он же какой озорник. Я чего от него не терпела. Он же дочь прижил на стороне и посадил на мою шею. А зятя выбрал. Это из плохих похуже. Я боюсь, Макей Петрович, обойдут. Облапошит меня этот зять с Варварой, они меня пустят по миру. Возможно. Все возможно. Война. На войне ни стыда, ни жалости. Но ты же старый наш слуга-то. Ведь тебя же, батюшка мой, на ноги поставил. Ты обо мне подумай. Вот я и думаю. Что, доктор ушел? А нет, он там еще. Макей Петрович, как сукно? Сукно не принимает Бетлин. Сколько же надо бы надать ему? 1500, не меньше. Экой грабитель. Уже старик. Через Жанну? Ну уж, как установлено. 5000? Это за что? Теперь деньги дешевые. В чужом кармане-то. А что, тесть, согласен? Вот я и пришел узнать, согласен ли. Нас? Вот что. Вы порадуете нас. Больной должен лежать, возможно, больше. Всякие дела...
волнение, раздражение. Крайне вредно для него. Покой и покой. Затем... Ой. Ой-ой-ой. Вы простите. А почему же мне нельзя сказать, чья-то жена? О некоторых вещах с дамами говорить неудобно. Простите. Сегодня же вечером и устроим. Это что такое вы тут устроите? Консилиум. Совет докторов. А, ну так. Батюшки. Это не страшно. Ну, до свидания. Благодарю вас. До свидания. Какой строгой. Туда же. За 5 минут 5 целков берет. Это 60 рублей в час. Ну как? Он говорит, операция нужна. Угу. Приветствую. Вязать. Ну уж нет. Нет уж. Я... Резать не позволю. Послушайте, да ведь это же невежественно. Хирургия – наука. А мне плевать на твою науку. Вот тебе. Ты тоже невежливо говоришь со мной. Я говорю не о приличиях, а о вашей темноте. А ты сам не больно светил-то. Куда? Звонок от Егора Васильевича. Не вовремя заболел тесть. Да, стесняет. Время такое, что умные люди, как фокусники, прямо из воздуха деньги достают. Да, к тому же революция будет. Это я не одобряю. Была она в 5-м году бестолковое дело. Нет, в 5-м был бунт, а не революция. Тогда рабочие и крестьяне дома были, а теперь на фронтах. Теперь и революция будет против чиновников, губернаторов, министров. Если так, то давай бог. Чиновники, они хуже клещей. Вцепятся, так не оторвешь. А вот царь уж явно не способен править. Поговаривают об этом и в купечестве. Будто мужик какой-то царицу обошел. Да, Григорий Распутин. Не верится в колдовство. А в любовников верите? На сказку похоже. У нее генералов сотни. Глупости какие, говорите вы? Все так говорят, Варвара Егоровна. А я так полагаю, что без царя нельзя. Царь должен быть не в Петрограде, а в голове. Мать. Что, кончился спектакль? Ну, отложили. Приехал какой-то ревизор. А вечером эшелон раненых будет около 500. Места для них нет. Макей Петрович, вас зовут.
откровенничаешь? М? Ты знаешь, что он шпионит за нами для матери? Картуз этот он лет 10 носит, а? Жадюка. О, просален весь. Не понимаю, почему ты с этим жуликом? Ну, оставь, пожалуйста. Ну, хотел занять у него денег на взятку Петлингу. Я тебе сказала, все это устроит Лиза Достигаева через Жанну. Обойдется дешевле. Надует тебя, Лизавета. Да пойдите вы его, уговорите, чтоб он лежал. Он ходит и Макея ругает. Господи. Поди ты, Варя. Подожди, подожди. Наслушался. Хватит. Ну и что еще? Несчастная война? Ну, кто же спорит? Для кого несчастная? Для нас. Для кого для нас? Ты же говоришь, от войны миллионы наживают. Ну? Для народа, значит. Народ, мужик, ему все равно, что жить, что помирать. Вот ведь какая твоя правда. Да что вы, какая же это правда? Самая настоящая, это правда и есть. Я говорю прямо, мое дело деньги наживать, а мужиков хлеб работать, товары покупать, продавать. А какая другая правда есть? Конечно, это так. А все-таки... Все-таки, вот ты о чем думаешь, когда воруешь у меня? Зачем же вы обижаете? Ты о народе думаешь. Ворую? Это надо доказать. Доказывать нечего, всем известно, воровство дело законное. И обижать тебя незачем, от обиды ты лучше не станешь. Хуже станешь. И воруешь не ты, а рубль ворует. Он сам по себе есть главный вор. Это один Яков Лаптев может так говорить. А вот он и говорит. Ну, ступай. А взятку Петлингу не давать? Довольно давали. Хватит ему на гроб, на саван, старому черту. Собрались. Чего ждете? Мы ничего не ждем. Будто бы ничего. Когда так, идите по своим делам. Дело-то у вас есть? Аксинья. Скажи, чтобы меня проветрили. Душно там, кислыми лекарствами пахнет. И пускай Глафира квасу клюковного принесет. Нельзя тебе квасу-то. Иди, иди. Я сам знаю, чего нельзя, а что можно. Ах, как бы ты знал. Все словно гриба не отравились. Политика, политика. А что они понимают в политике? Эти монстры. А я говорю, немножко мальчи. Нужно уметь делать шик. Это удивляет простые люди, не правда ли? О, богатство всегда удивляет. Вуаля. Нужно покупать автомобили. Здравствуйте. Напился я вчера. Кто-то снял с меня часы. Подарок отца.
Плохо твое дело, Егор. И рожа, брат, у тебя не твоя какая-то. Вот вам молоко. Тащи кошки. А мне квасу клюковного. А квасу вам не велят давать. Они не велят, а ты принеси. Стой. Как по-твоему, умру я? Почему? Не верю. Не веришь? Нет, брат. Дело мое плохо. Очень плохо. Я знаю. Не верю. Прямо? Ну, давай квас. А я померанцевый выпью. Она полезная. Заперли черти. Эти свиньи. Оберегают. Похоже, что я заключенный. Арестант вроде. Понял. По чести говоря, Андрей, не нравится мне это. А деньги нравятся? Деньги, к сожалению, нравятся. А ты кого жалеешь-то? Себя, разумеется. Ну да, есть что жалеть. Но все-таки, знаешь, я сам себе единственный друг. Ты бы не философствовал, а думал бы. Да я думаю. Девица, она избалованная, ну и трудно будет с ней. Разведешься. А деньги-то у нее останутся. Сделаем так, что у тебя будут. А Шурку я беру сократить. Так что ее поторопятся выдать замуж. И приданное будет увеличено. А какое приданное? 50 тысяч? Пуговиц. Нет, верно? Но ты мне подпишешь векселей на 10 тысяч рублей. Чудо! Много. Тогда прекратим беседу. А ты все это серьезно? Не серьезно, о деньгах только дураки говорят. Черт возьми, замечательно придумано. Рад, что ты, кажется, начинаешь что-то понимать. Тебе, интеллигенту-пролетарию, нельзя в эти лютые дни. Да, да, конечно, но мне пора в суд. Чем ты расстроен, Степаша? Голова
немножко. А в общем, ничего. А, ну, немножко, говорит, пройдет. А вот раньше ты по правде да по чести говорил, а теперь в общем. Новеньким присловием обзавелся. В чем в общем-то? Мы ведь и все будто в общем живем. Мы тут о Распутине вспомнили. Вот это участь. Простой сибирский мужик. С епископами, министрами шашки играл. Сотни тысяч ворочал. Меньше 10 000 взятки не брал. Вот, а, из верных рук знаю, не брал. Что пьете-то? Бургундское? Венцо-то тяжелое, его за бером надо пить. Некультурный народ. Как вы нашли тестя? А чего же его искать? Он не прятался. Ты бы вот принес мне стаканчик, Степаша. Булычев, надо прямо сказать, в плохом виде, в опасном положении он. Мне самому кажется, что... Это самое. При этом боится он умереть, а потом обязательно умрет. И ты этот факт учти. Дни нашей жизни такие. Ротик развивать нельзя. Ручки в карманы держать не полагается. Государственный плетень со всех сторон свиньи подрывают. И что будет революция, так это даже губернатор понимает. Но промышленники, мне кажется, понимают свою роль. Московские-то? Да. Ха! Еще бы не понимали. Почему Америка процветает? Потому что там у власти сами хозяева. Спасибо, Степаша. Егор Васильевич, да, в столовую вышел. Ну, вышел, говоришь? Ну и мы туда. Они пьют тут, как воробушки. А там Булычев рычит, слушать невозможно. Жанна Бетлингова совершенно серьезно верит, что в Америке кухарки на рынках в автомобилях ездят. Вполне возможно, хотя, наверное, вранье. А ты варишь все с военными, а? Хочешь быть подполковником, а? Я трижды замуж выходила, я боялась ничего, я. Да так, вообще. Вчера Жанна рассказала мне анекдот. Изумительный, как цветок. Алло, какой, какой? При мужчинах нельзя. Варя. А вот он. О, хороший цветок. Муж, ты будешь тут сидеть до дна бутылки? Да кому же, а я мешаю? Вы, Степочка, помните псалом? Блажен муж и жени иди на совет нечестивых и на пути грешных не ста. Что-то такое помню. Вот эти вот все, это и есть нечестивые грешники. А вы, тихий юноша, вы болваны для любви и правды.
прочего, да? Экая болтушка, а! Мать и Башкин вызвали тетку Меланью. Юменю? О, это зверь серьезный. Она будет против фирмы Достигаев и Звонцов. Она против. Она за вывеску Ксении Волычева и Достигаев. Она может потребовать деньги из дела. Маланьих денег сколько? 70 тысяч? 90. Вот это куша. Личные? Или монастыря. А как это узнаешь? Узнать-то можно, узнать все можно. Вот немцы знают не только, сколько у нас солдат на фронте, сколько вшей на каждом солдате. Вы серьезные что-нибудь бы сказали? Милый Варюша, нельзя ни воевать, ни торговать, ни умеется считать, сколько денег в кармане. Ну, а про Миланины деньги узнать можно так. Имеется дама, Секлетея Полубояринова. Она участница ночных бдений владыки Никандра. А Никандр всякие деньги любит считать. Кроме того, имеется один человек в епархиальном совете. Но вот она. Его мы оставим в резерве. Варюша! Варюша! Так вот ты так возьми, так это переговори с Полубоярином. Если окажется, что деньжата-то монастырские, сами понимаете. Куда эта красавица твоя ускользнула? Да просят в столовую. А, ну спешим, спешим. Ну, тише. Пошли. Андрей, помоги мне. Ну, помоги. Ну, ты ему веришь? Нашла дурака. Какой жулик. А с теткой я придумала неплохо. Да. Что с Тятиным? Уломаю. Но с этим надо торопиться. Почему? Потому что после похорон нужно будет долго ждать. У отца и сердце слабое. Кроме того, у меня есть другие причины. Слушай, иди. Мазур, что ты имеешь? Был слух, что ты арестован. Да ну, это должно быть неверно. О, все шутишь. Есть нечего, да жить весело. Свернешь башку на шуточку. Ну, за хорошие шутки не бьют, а хвалят. Стало быть, попадет Ешутки за плохие шутки. Мири, Емеля. Там у Шуры Тонька Достигаева. Вот ее не надо. Позову Шуру сюда, что ли? Дельно. А как Булычев-то? Какой он тебе Булычев? Он отец крестный твой. Ну не сердись, тетя Глаша. Плохо ему. Плохо? Ну, постой. Постой. Голодно живут приятели мои, тетя Глаша. Не достанешь ли муки, буду два, а то и мешок. Что ж... Воровать у хозяев будут для тебя. Так все равно и прежде грешила. А грех на мне. Ей-богу, ребятам кушать охота. Тебе же в этом доме за труд твой принадлежит больше, чем хозяевам-то. Слыхала я эти сказки твои. Завтра утром донату будут отправлять муку. Мешок возьмешь у него. Вот спасибо. Бегают, как черти от ладана.
раз. Да что? Это ты почему здесь сидишь? А надо ходить. А что ж, то тебя нет нигде, то вдруг придешь, да? Это значит, как в прятки играешь. У тебя отец клёст не болеет, а тебя хоть бы что? Что, заболеть надо мне, что ли? Да ну вас. Вы все с ума сошли. Что вам других сводите? Понять ничего нельзя. Вон, слышь, царя! И хотят клетку посадить. Это что ж, это значит, как Емельку Пугачева, а? Что, врут, что ли, грамотей? Все возможно. Все! Вообще нет у нас! Ай, что? Ну что еще? Ты что тут? Шурочка! Ой, здравствуй! 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 В Москву еду. А да? Денег нет, выручай. Ну, у меня 30 рублей есть. 50, а? 50. Хорошо, достану. Вечером поезд, можно? Хорошо. Слушай, эй. Революция будет? Так она же началась. Ты что, газет, что ли, не читаешь? Да я не понимаю газеты. Ну, спроси Тятина. Яков, скажи честно, а что такое Тятин? Вот все раз. Да ты же почти полгода ежедневно видишь его. Он честный? А ничего, честный. А почему ты говоришь как-то нерешительно? Мямли он. Мутноватый такой, обижен, что ли. Кем? Ну, из университета вышибли, со второго курса. Работает письмоводителем у брата, а брат... Звонцов. Жулик. Либерал, кадет, они вообще все жуликоваты. Деньги передашь Глафире, она доставит. Стой! Глафира и Тятин помогают тебе? Ну, в чем? Яшка, ты не финти. Ты понимаешь, я тоже хочу помогать. Слышишь? Что это ты, девушка, как будто только сегодня проснулась. Ну, ты не смей издеваться надо мной. Ты дурак. Может, я и дурак, но все-таки я хотел бы понять. А в самом деле, что это с тобой? Варвара! От ее и не желал бы видеть. Иди скорее сюда. Там есть кто-нибудь? Таинственно. Ну, куда ты меня, Журок? Стой, говори. Ну, говори. Что? Отца в городе уважают. Богатого везде уважают, а за рулистость. Уважают или боятся? Ну, не боялись бы, так не уважали. А любят за что? Любят? Да. Не знаю. Ну, но ты знаешь, что любят. Его? Да. Ведь, как сказать... Извозчики как будто любят. Он с ним не торгуется, сколько попросит, только и дает. А извозчик, конечно, расскажет другому, ну и... Смеешься. Зачем? Я правду объясняю. Ох ты какой! Ты стал злой. Ты стал совсем другой. Да где уж мне другим быть? Опоздал я. Во Христа веровал, в хозяев, и царей, во Льва Толстого для Бога жил. Толку не вышло,
Теперь попробую для бедных людей жить. А ты хвалил мне отца. А я его и не хаю. У всякой рыбы своя чешуя. Все вы врете. Врете, врете, врете. Ты не сердись. Сердцем ничего не докажешь. Лезет. Все хорошеете, Глаша. Приятно слышать. А мне неприятно. Не нравится мне хорошее, когда оно не мое. Сделайте одолжение. Ты, кажется, и за горничными ухаживаешь. Ему все равно, хоть за рыбами. Горничные, если их раздеть, ни в чем не уступают барыням. Слышишь? Он теперь всегда говорит такое. Точно не на фронте жил, а в кабаке. Да, он и раньше был такой же ленивый, но не такой храбрый на словах. Я на деле! Как врет. Врет. Он трус. Трус. Страшно боится, что его соблазнит мачеха. Что ты зачиняешь, Бюрочка? Я отвратительно жадный. Знаешь, я ему плачу рубь 20 копеек за тот день, когда он мне не скажет какой-нибудь гадости. Он берет. Тятин! Тятин! Вам нравится Антонина? Да, очень. А я? Говоря правду? Да, конечно. Правду. А вы не очень. Вот как? А что же это? Правда? Да. Не верь. Он сказал, как эхо. Рой. Рой отблесков. Утро. Опять я свободен и волен. Открой занавески в алмазах, в огне, в янтаре кресты колоколен. Я болен. О нет, я не болен. Воздетые руки горе на дре в серебре. Там пурпуре зори, там бури и в пурпуре. Бури-бури, внемлите, ловите, воскрес, я глядите, воскрес, мой гроб уплывает, золотой, золотые лазури поймали, свалили, на лоб положили компресс. Ugh.
кстати, женились на Антонине. Она мне надоела. Какой болван. Ой, Ди. Ты похож на беременную прачку. Какая аристократка. Не грызе палец семечки. Сумовето. Оставь меня. С удовольствием. Совсем вам не нравлюсь. Тятин. А зачем вы хотите знать это? Так, надо. Интересно. Ну что ты мямлишь? Она же замуж за тебя напрашивается. Да, теперь все девицы торопятся стать вдовами героев. Паёк, ореол и пенсия. Он уверен, что это остроумно. Пойду по своей стезе. Лайка! Проводи меня до прихожей. Не хочу. Мне нужно. Серьезно. Идем. Наверное, опять какая-нибудь глупость. Дядя, вы правдивый человек? Нет. Почему? А, невыгодно. Если вы так говорите, значит, вы правдивый. Ну, теперь скажите сразу. Вам советуют свататься ко мне? Советуют. А вы понимаете, что это плохой совет? Понимаю. Дядя, я не ожидала. Я думала, что... Скверно думали, должно быть. Да, нет, дядя, вы замечательный. А может быть, вы хитрый, а? Вы играете на правду, чтобы околпачить меня. Да это мне не по силам. Ох, вы умная, злая, озорная, вот совсем как ваш отец. Да? Да. Да по совести говоря, я вас боюсь. Да, и рыжие вы, как Егор Васильевич, вроде пожарного факела. Тятин, вы молодец, молодец. Или страшная хитрюга. И лицо у вас необыкновенное. Ну, а лицо это так. Это для смягчения удара. О, вы хитрый. Думайте, как хотите. Но, по-моему, вы обязательно сделаете что-нибудь преступное. А я вот привык жить кверху лапками. Знаете, как... Виноватые кутята. В чем виноваты? Да не знаю. В том, что кутята. Что зубов нет. А то кусить не могут. Эх, Тятин. Тятин.
дурак, Алёшка. Страшно больно дернул меня за ухо. И деньги отобрал, как жулик. Знаешь, он сопьется. Это, наверное. Мы достигаем таких ни к чему, что и купеческие дети. Тебе смешно. Ой, что ты, Тоня, что ты? Тоня, забудь все плохое, что я тебе говорила о нем. А тетя? Да. А что ты о нем говорила, я не помню. Что он хочет свататься ко мне. А почему это плохо? Из-за денег. Да, но это свинство, тетя. Жаль, что ты не слышала, как он отвечал на мои вопросные слова. Ворумные слова. Помнишь, ворум Шуберта? А разве Шуберта? Очень похоже на птицу марабу. Такая мрачная птица. В Африке. Что ты сочиняешь? Я все больше люблю страшное. Когда страшно, то уже не скучно. Полюбила сидеть в темноте и ждать, ждать. Что вот приползет огромный змей. Это который был в раю? Нет, страшнее. Ты занятная. Ты всегда выдумываешь что-нибудь новое. А все говорят одно и то же. Немцы и царица. Немцы, Распутин, война, революция. Ты будешь актрисой. Монахиней. Монахиней? Ерунда. Это очень трудно быть монахиней. Надо всегда играть одну роль. Нет. Я хочу быть походкой, как на Золя. Фу, как вы говорите. Ну что? Да. А мне развращать хочется. Мстить. Да кому? За что? За то, что я рыжая. За то, что отец болен. За все. Ой, вот когда начнется революция, я развернусь, вот увидишь. А ты веришь, что будет революция? Да, да. Так революция... Будет. Шура, приехала мать Миланья. Егор Васильевич хочет принять ее здесь. Тетка, бежим ко мне, дети. Этин, а вы очень уважаете вашего брата? Так он мне двоюродный. Это не ответ. Мне кажется... Родственники вообще мало уважают друг друга. Да? А вот это ответ. Бросьте говорить, а скучно. Тятин, вы очень смешной. Ну, а что ж теперь делать? И одеваетесь вы как-то... Смешно.
Ты все еще здесь трешься, блудодейка. Не выгнали тебя? Ну, скоро выгонят. Ты тогда в монахини ее возьми. У нее деньги есть. А, ты здесь. Ой, Егор, как тебя перевернуло, помилуй Бог. Лаха, закрой дверь и скажи, чтоб сюда не лезли. Садись, преподобная. Не помогают доктора-то. Видишь, Господь терпит день, год и век. А, Господи, после, давай сначала о деле. Я знаю, о деньгах твоих говорить приехала. Деньги не мои, а обители. Ну, все едино. Обители, обидели, грабители. Тебя чем деньги беспокоят? Боишься, умру, пропадут? Пропасть они не могут. А не хочу, что в чужие руки попали. Так, вынуть хочешь и сделай. А мне все равно, вынимай. Но гляди, проиграешь. Теперь рубли плодятся, как воши на солдатах. А я не так болен, чтобы умереть. Не ведаем ни дня, ни часа, егда приедет смерть. Завещание-то духовное-то написал? Нет. Пора. Напиши. Вдруг позовет Господь. А зачем я ему? Дерзи свои оставь. Ты знаешь, слушать я их не люблю. Да и сан мой. А ты полна, малаша. Мы друг друга знаем. И на глаз, и на ощупь. А деньги можешь взять. У Булычева их много. Вынимать капитал из дела я не желаю. А векселя хочу переписать на Аксинью. Вот и предупреждаю. Так, ну это твое дело. Однако в случае моей смерти Звонцов Аксинью облапошит. Варвара ему в этом поможет. Вон как ты заговорил. По-новому будто. Злости не слышно. А я злюсь в другую сторону. С молоду много бито, граблено. Под старость надо бы на душа спасать. Вот давай-ка поговорим теперь о Боге-то. О Господе, о душе. Ну что же, говори. Ты вот Богу служишь днем и ночью, как примерно Глафира мне. Не богохуль! С ума сошел! Глафира-то! Как тебе по ночам служит, а? Рассказать? Богохуль! Опомнись! Не рычи, я ведь просто говорю, не казенными молитвами, а человеческими словами. Вот Глафире ты сказала, что скоро ее выгонят. Стало быть, веришь, скоро умру. Зачем же? Васька Достигаев на 9 лет старше меня. Им намного жуликовать, я здоров и будет жить. Жена у него первый сорт. Конечно, я грешник, людей обижал. И вообще всячески грешник. Ведь все друг друга обижают. Иначе нельзя, такая жизнь. А ты не предо мной, не при людьми кайся, а перед Богом. Люди не простят, а Бог милости. Сам знаешь, разбойники в старину как грешили, а воздадут Богу, Богова, и спасены. Ну да, если украл, да на церковь дал, так ты не вор, а праведник. Егор, кощунствуешь, слушать не буду. Ты не глуп, должен понять, Господь не допустит, дьявол не соблазнит. Ну, спасибо. Это что еще? О, успокоило. Выходит, что Господь вполне свободно допускает дьяволу соблазнять нас. Значит, он в грешных делах, дьяволу и мне компаньон. Слова твои такие, что ежели владыке Никандру сказать про них. А в чем я ошибся? Еретик, подумай, что лезет в твою нездоровую-то башку. Ведь понимаешь, ежели Бог допустил дьявола соблазнить тебя, значит, Бог-то от тебя отрекся. Отрекся, а? А за что? За то, что я деньги любил, баб люблю,
На сестре твоей дури из-за денег женился. Любовником твоим был. За это отрекся. Ах ты, ворона полоротая. Егор, Егор, с ума сошел? Тарпишь, а бессмысла. Господи помилуй, Господи помилуй. Молишься день и ночь под колоколами, а кому молишься, сама того не знаешь. Егор! Пропасть летишь, пасть адову. Такие дни, все разрушается. Трон царем качаю злые силы. Антихристово время может страшный суд. Близок! Вспомнила. Страшный суд, второе пришествие ворона-ворона. Влетела на каркала. Ступай, поезжай свою берлогу с девчонками, клерошанками лизаться. А вместо денег вот что от меня получишь. На, получай. Как? Негодяй! Лафира Благоденька! А ты? Ты кто? Врешь! Врешь, мошенник! Сдохнешь скоро, честь! Прочь уходи от греха! Змей! Дьявол! Улетела! О, неужто вы опять с ней поссорились? И на ногу уселась тут. Ну, Егор, ну дай же ты мне хоть слово-то сказать. Ты уж совсем перестал говорить со мной. Будто я мебель какая. Ну что так смотришь-то? Валяй, валяй, говори. Вон зятек у себя наверху-то. Трактир устроил. С утра до ночи толкутся люди. Заседают чего-то. Вчера 7 бутылок красного выпили, да еще водки сколько. Уже дворник Измаил жалуется. Говорит, полиция одолела его. И все спрашивают, кто к вам ходит? Они-то ведь там-то про царя, про министров. И каждый день трактир. Что, голову повесил-то? Вылей, сыпь! Молодой я любил в трактире с музыкой сидеть. А зачем Малаша-то приезжала? Врать Аксинье ты не можешь. Глупа для этого. А что ж такое соврала? Где? Здесь. Мелания приехала по уговору с тобой о деньгах говорить. Да что ты, когда я с ней уговариваю? Ладно. Когда я... Шафирот! Егор! Егор! Ты послушка, что отец Павлин из Москвы-то привез. Слушайте! Ты бы лёг, рассказывай. Хорошего мало рассказать могу. Да и хорошее-то плохо. Ибо лучше того, как до войны жили. Ничего невозможно выдумать. Нет. Протестую! Протестую! Плачет. Кто это плачет? Игуменья плачет. Ну, что же она такое? Идите-ка взгляните, чего это она испугалась. Да интересно, от какой такой жалости плачет Мелания. Во-во! Садись, отец, рассказывай. Великое смятение началось в Москве. Даже умственно зрелые люди утверждают, что царя надобно сместить по неспособности его. С
Слишком 20 лет способен был. Силы человека иссякают от времени. В 13-м году Романовы 300 лет праздновали. Николай руку жал мне. Весь народ радовался, вся страна. Да, это было. Радовался народ. Что ж случилось? Вот ведь и дума есть. Нет, дело не в царе, а в самом корне. Корень – это и есть самодержавие. Каждый сам собой держит своей силой. А вот сила-то где? На войне не оказалось. Дума способствовала разрушению сил. Вы, отец Павлин, исповедуете? Ну что это? Какой вопрос? А где мой муж? Был здесь. Какой вы сегодня строгий, отец Павлин. Отец. Что скажете? Все, отцы. Бог, отец. Царь, отец. Ты, отец. Я, отец. А сил-то у нас нет. И все живем на смерть. Я не про себя, я про войну, про большую смерть. Как в цирке зверя-тигра выпустили из клетки на людей. Вы, Егор Васильевич, успокойтесь. А на чем? Кто меня успокоит чем? Ну, успокой, отец, покажи силу. Почитайте Священное Писание, Библию, например, Иисуса Навина. Хорошо вспомнить. И взыде Иисус сам, и все люди воинсти с ним, и воеваша. И рече Иисус, да станет солнце. И ста солнце посреди небес, и не идяша на запад в совершении дней единого, донде же людие отмстиша врагом своим. Война в законе. Брось. Ну какой это закон? Это сказка. Солнце не остановишь. Врете. Роптать – величайший грех. Надо бы с тихой душой покорно принимать возмездие за греховную нашу жизнь. Ты примирился, когда тебя староста Алексей Губин обидел? Ты в суд на него подал? Звонцова адвокатом пригласил? За тебя архиерей вступился? А я в какой суд подам жалобу на болезнь мою, на преждевременную смерть? Ты покорно умирать будешь, с тихой душой, да, не, заорешь, застонешь. Речи такие не позволяют слушать сан мой, ибо эти речи... Брось, Павлин, ты человек. Прянс – это краска на тебе, а под ней ты человек, такой же, как я. Вот доктор говорит, что у тебя сердце плохое, ожирело. К чему же ведут такие речи? Вы подумайте и устрашитесь. Установлено от веков. Установлено, видно, не крепко. Лев Толстой еретик был, почти анафеме предан за неверие. А от смерти бежал в леса, подобно зверю. Ну, спасибо, отец Павлин, за поучение. Пожалуйста. Да, я тебя еще потревожу. Еще? Павлин, Филин, кругом вранье. Ух, черти. Егор Васильевич! Егор Васильевич!
сейчас жандармы Лаптева арестовали. Ну что делается? Что делается? И Башкин пришел, спрашивает. Зови Башкина. И пускай Глафира каши принесет. И померанцевый. Нельзя тебе водки. Иди, иди. Все можно. Тебе, Егор, надо было бы табак курить. В дыму легче, не все видно. Ну что, Макей? Как здоровье, Егор Васильевич? Все лучше. Ага. Якова Лаптева арестовали? Да. Скандал. Одного? Говорят, часовщика какого-то. Да учительницу Калмыкову, которая Александре Егоровне уроки давала. Кочегара Ерехонова, известный бунтарь. Все из тех долой царя. Нет, это у них различно. Одни царя, другие всех богатых, и чтоб рабочие сами государством управляли. Ерунда. Да, конечно. Пропьют государство. Да не иначе. А вдруг не пропьют? Ну что же им делать без хозяев-то? Верно, без себя, без Васьки Достигаева не проживешь. И вы хозяин. Ну как же я? Отречемся от старого мира, а? Как ты говоришь, они поют? Отречемся от старого мира. Ну? Отрясем его прах с наших ног. По словам, на молитву похоже. Да какая же это молитва? Ненавидим, дескать, царя, дворец. Он что? Ах, да. Черти драблые. Ну, а тебе-то чего надо? Мне? Ничего. А зачем пришел? Спросить, кого вместо Якова Лаптева поставить. Потапова Сергея. Так он же тоже в этих самых мыслях ни царя, ни бога. Тоже? Позвольте Макроусову предложить. Он очень просится к вам. Человек грамотный, распорядительный. Каша простынет. Полицейский, ворюга. Чего же он? Да сейчас в полиции опасно служить. Так многие уходят. Ах так, опасно. Mm-hmm. А, крысы. Ну ладно, пришли Потапова. Завтра утром. Ступай. Ваха, трубач пришел. В кухне сидит. Ну ладно, съем кашу, зови его сюда. А что это так тихо в доме? Наверху все. Ну, ладно. А ты чего привнул-то? Не пей. Не вреди себе. Не хворай ты. Сожрут они тебя, как черви, заживо сожрут. Уедем в Сибирь. Пусти, Глаф, больно. В Сибирь уедем. Я работать буду. Ну что ты здесь? Зачем? Никто тебя не любит. Все смерти ждут. Перестань, Глаха. Я все вижу, все знаю. Я знаю, кто ты мне. Ты, да Шурка, вот это я нажил. А остальное меня выжило. Не расстраивай меня.
Может, все выздоровлю. Зови трубача, ну-ка. Кашу-то съешь ты. Да черт съесть с кашей. На. Шурку позови. Глаза затвори дверь. О, какой ты. Так точно. Ну, не косист. Ну, ты. Ну, рассказывай, как лечишь. Лечение мое простое, ваше степенство. Только люди привыкли питаться лекарствами из аптеки и не верят мне. Да. Так что я деньги вперед прошу. Это неплохо придумал. А вылечиваешь? Ну, сотни вылечил. И не разбогател, однако. Ну, так идти. На добром деле не богатею. О, да, как да, ты. Да, да. От каких же болезней вылечиваешь? Все болезни, ваше степенство, одинаково происходят по причине дурного воздуха в животе. Да. Так что я ото всех лечу. Да. Пора. Да. Так что я ото всех лечу. Храбро, ну-ка да. Покажи-ка трубу-то. Ну, рубли заплатить можете. Рубль? Ну, найдется, благ есть тебя. Получи. Дёшево берёшь. Это для начала. Сурок. Самовар какой. Хорош целитель, а? А ну-ка, подуй. Это не все. Вот.
4 раза в сутки по 5 минут и готово. Выдыхается человек, умирает. Никогда, никогда. Сотни вылечил. А теперь скажи правду. Ты кем себя считаешь, дураком или жуликом? Вот и вы тоже не верите, как и все. Нет, ты не прячь трубу, говори прямо, дурак или жулик, денег дам. Не надо обижать его, папа. Я его и не обижаю. Тебя как звать-то, лекарь? Гаврила Увеков. Гаврила? Да. Ух, черт! Да. Не уж Гаврила! И имя очень простое, и никто не смеется. Так ты кто ж, глупый или плут? 16 рублей дадите? Глаха, принеси. Вот. Почему 16, Гаврила? Ошибся. Надо было бы больше спросить. Ну, значит, ты глупый. Да нет, я не дурак. Горисал бы жулик. Да и не жулик, ведь сами знаете, эти воры, без обмана-то не проживешь. Вот это верно! Переборони, хорошо, верно! А разве не стыдно обманывать? А почему стыдно, ежели верить? И это правильно! Вот. Понимаешь, шутка, это правильно! А поп Павлин это не скажет, он не смеет! А за правду мне прибавить надо. Да, и вот вам крест, ведь некоторым труба ведь помогает. Верю, 25 дай ему. Да что вы? Ну что? Ну давай еще. Ну что? Давай все. Вот уж покорнейше вас благодарю. Вот уж покорнейше вас благодарю, ваше степенство. Покорнейше вас благодарю. Вот это, ведь это что? Ой, это что? Покорнейше вас благодарю, вас, степенство. Может, попробуйте трубу, да? Ведь пес не знает, как она, ведь ей-богу действует. Нет, а? Спасибо. Ах ты, Гаврила. Вот. Гаврила. А ты вот что? Ну-ка, покажи, как она. А, вот. Да потолще! Со мной, Гаврила! Со мной! Сади во всю силу! Гаврила! Это Гаврил Архангел! Конец миру труби! Он не мешался! Ты слышишь? Они говорят! Ты с ума сошел! Уходи, трубач! Не надо! Уходи! Слушай, Гаврила! Папа! Света представления! Конец миру! Долго, мать Миланья, к нам? Не знаю я. А почему она у себя на подворье не остановилась? Не знаю. Тебе сколько лет? 19. И ничего не знаешь? Что это ты дикая какая? Нам с мирскими не велят говорить. Игуменья, пила чай? Нет. Ну возьми, подогрей самовар на всякий случай. Что это там говорят, вас солдаты напугали? Солдаты?
напугатас. Чем же они вас напугали? Корову зарезали. Два топора украли, засух, связку веревок. Монастырь пригрозили поджечь. Эх, слякоть какая! Простите. Ты тут с монашенкой беседуешь? Присутствие игумени в нашем доме неудобная штука, знаешь. Дом еще не наш. Да. Что, тятин согласился? А, тятин осел или притворяется честно? На. Подожди. Кажется, отец кричит. Хотя доктора и утверждают, что он в своем уме. Но после этой дурацкой сцены с трубой... Он не такие сцены разыгрывал. Хуже бывало. Да. Александр и тятином наладились, кажется, приятельские отношения. Да, но ничего хорошего я в этом не вижу. Сестрица твоя хитрая штучка. От нее можно ожидать весьма серьезных неприятностей. Жаль, что ты не сообразила этого, когда она кокетничала с тобой. Впрочем, это тебе было приятно. Кокетничала она со мной, чтобы позлить тебя. Да, ну, ты огорчен? Павлин лезет. Повадился. Духовенство избыток у нас. Что это у нас тут такое, а? Беглые солдаты напали на обитель. Установлено вполне точно. Государь отказался от престола не по доброй воле, а под давлением насилия. Будучи пойман на дороге на Петроград, членами кадетской партии. Да? Ну и что из этого следует? Да. Казалось бы, если царствующая персона не соответствует своему значению и делу, изберите другое лицо. У нас еще сохранились и существуют потомки Рюрика, удельных князей, дети. А потомки, потомки, пустые котомки, мало царя не было. Духовенству обязательно надо дать право свободной проповеди, иначе ничего не получится. Отец Павлин против революции за войну, а я против войны. Я хочу в Париж. А вольно воевать? Ты согласна, Варя? Помнишь, как сказал Анри Катр? Париж лучше войны. Я знаю. Знаю, что он сказал не так. Не настаиваю ни на чем, ибо все колеблется. Но чего ты боишься-то, пастырь душ наших? Ох, Василий Ефимович, как неприятно, шутите вы. А что, наш больной, как у него с этой стороны? Доктора не нашли признаков расстройства. Это приятно, хотя доктора безошибочно находят только одни гонорары. Какой вы злой! Видите, как ведет себя Черни? Вижу. А, шутка. Жанна приглашает нас ужинать. Как устроим маленький пляс? Чего хорошего ожидаете вы от событий, Андрей Петрович? Общественные силы организуются закономерно и скоро скажут свое слово. Под общественными силами я разумею людей, которые обладают прочным экономическим положением. Простите. Жанна приглашает нас ужинать. Это ставит меня не очень удобно. С одной стороны игуменья, с другой капотка. Пойдемте. Да что, я тебя наемник? Мы, интеллигенция,
являемся единственными достойными преемниками власти. Дрюдрюшечка! Ну, что ты? Что Дрюдрюшечка! Соленый мой, как я люблю тебя! Лиза! Лиза, ведешь ты себя? Да! Я плохо себя веду, Варя! Жизнь молодая проходит бесследно! Эй, я трижды... Ну, Лиза, Лиза, лишнего не болтай! Ну, ты не бойся, Варя! Я его не отобью у тебя. Я Андрея люблю патриотически. Нет, как это? Платонически. Ну вот именно платонически. И комически. Андрей Петрович, Андрей Петрович, тут Макроусов. Ну, знаете, помощник пристава. Да, что ему надо? Он же службу бросает по причине опасности и просится к нам в лес. Ой, за удобно ли это? Подожди, Андрей. Да удобно, очень удобно. Арестантов-то выпустили, а полиция страдает. Яшка Лаптев теперь хвост загнет и бунтовать будет. А донат, сами же знаете, человек неподходящий и тоже о законе правды бормочет. Да какая уж тут правда, когда сам... А, все это чепуха. Мы присутствуем именно при начале торжества правды. Но подожди, Андрей. И справедливости. Вы чего хотите, Макей? Да я чтоб нанять Макроусова. Егор Васильевичу я предлагал. И что же он? Ну, как всегда, определенно не высказался. Возьмите Макроусова. Может, взгляните на него? Ну, зачем? Ну, для знакомства он здесь, вот. Хорошо. Честь имею представиться. Глубоко благодарен за честь служить. Очень рада. О, вы даже в форме? А я слышала, что полицию разоружают. Совершенно верно. Естественно, видя нам по улицам ходить опасно. Так что я в штатском пальто, хотя при оружии. Но сейчас по случаю возбуждения неосновательных надежд черни, без шашки. Когда вы думаете начать службу у нас? Мысленно я давно покорный ваш слуга. В лес готов отправиться хоть завтра. Я одинок. Вы думаете, надолго это? Что? Этот бунт. Полагаю, на все лето. А потом наступят дожди, морозы, и шляться по улицам будет неудобно. Ох, едва ли революция зависит от погоды. Помилуйтесь, помилуйтесь. Зима охлаждается. Вы оптимист. Полиция вообще оптимисты. Вот как? Это от сознания силы. Вы служили в армии? Так точно. В Бузулукском резервном батальоне имею чин подпоручик. Ну, желаю вам всего хорошего. Сердечно тронут. Сердечно тронут. Извините, извините за неудобство. Сердечно тронут. Сердечно. Может, он дурак? Да ведь это же не грех. Но умники вон они. Им только дай волю, так они всю землю вывернут, как вроде карман. Это еще что? Да Миланья у нас. Миланья? Да. Зачем? Ну как же, несчастье с ней. Солдаты беглые напали на обитель. Ведь вот что делается-то. Ох. Ой. А, да. А донат наш лесничий, он нехороших людей привечает. Они живут в бараке, на лесорубке. Заметно, что когда ежели какой человек мне приятен... Так он уж никому не приятен. Ну.
что? Бормотали. Поражены внезапностью. Что? Зрелища человека ведомого. Ведомого. Ноги у человека отнимаются, вот его и ведут. Макей, Ешутку освободили. Да, всех арестантов освободили. Политических. Я к Лаптю свобода, а царя под арест. Вот как, отец Павлин. Что скажешь, а? Не искушен в делах этих. Но, по малому разумению моему, сначала осведомился бы, что именно намерены говорить и делать эти лица. Царя выбирать? Без царя? Перегрызетесь вы все? Воодушевленное лицо у вас сегодня, очевидно, преодолеваете, нет? Вот-вот, преодолеваю. Вы, супруги, и ты, Макей, оставьте нас, меня с Павлином. Ты, Шуренок, не уходи. Ляг. Не хочу. Ну что, отец Павлин, ты насчет колокола, что ли? Нет. Заглянул в надежде увидеть вас в лучшем положении, в чем и не ошибся. Но, конечно, памятуя в прошлом деяния ваши, направленные на благолепие храма сего и града... Плохо ты молишься за меня. Мне вот все хуже. Неохота платить Богу. За что платить-то? Плачено немало, а толку нет. Жертвы ваши. Постой. Есть вопрос. Как Богу не стыдно? За что смерть? Не говори о смерти. Не надо. Ты молчи. Ты слушай. Это я не о себе. Напрасно раздражаете себя такими мыслями. И что значит смерть, когда душа бессмертна? А зачем она втиснута в тесную, грязную плоть? Вопрос этот церковь считает не только праздным, но и... Вот и не ика, говори прямо. Шура, трубача, помнишь? В присутствии Александры Егоровны. Это брось. Ей жить, ей знать. Я вот жил, да и спрашиваю, ты зачем живешь? Служу во храме. Знаю, что служишь, а ведь придется тебе умирать. Что это значит? Что значит смерть нам, Павлин? Вопрошаете нелогично и бесплодно, и простите, но уже... Не о земном надо бы. Не смейте так говорить. Я земной, я насквозь земной. Земля есть прах. Прах, так вы это, что земля прах, сами должны понять. Прах, а ряса шелковая на тебе. Прах, а крест золоченый. Прах, а жадничаете. Злое и пагубное творите. В присутствии от рукавицы. От рукавицы. Обучает вас дураков, как собак на зайцев. Разбогатели от нищего Христа. Озлобляет вас болезнь. И озлобляясь, рычите, подобно вепрю. Ой, шага! Ой! Ну, напрасно ты волнуешься. Ведь от этого хуже тебе. Ой, какой ты неугомонный! Ничего. Мне сегодня лучше. Так вот, ноги. Жалеть нечего. Ух, не люблю я этого попа. Да гляди, ты слушай. Это я нарочно показываю. Я сама
Все вижу. Ни мадаль, ни маленькая, ни дура. Они после трубача решили, что я сошел с ума. А доктора говорят, врете. Шура, ты ведь докторам-то веришь? Шура, Шура. Я тебе верю, тебе. Ну, то-то. Нет, у меня разум в порядке. Доктора знают. Действительно, я наткнулся на острое. Но и всякому интересно знать, что значит смерть. Или, например, жизнь. Понимаешь? Не верю я, что ты сильно болен. Тебе надо уехать отсюда. Лечиться, серьезно. Вот Глафира верно говорит, а ты никого не слушаешь. Всех слушаю. Вот знахарку попробуем. Вдруг поможет. И пора прийти. Грызет меня боль, как тоска. Ой, папа, папа, не надо, не надо, родной мой. Не надо. Не надо, милый. Ты ляг. Лежать хуже. Лег, значит, сдался, это как в кулачном бою. И хочется мне говорить. Мне надо тебе рассказать. Понимаешь, какой случай? Не на той улице я живу. В чужие люди попал. Лет 30 все с чужими. Вот чего я тебе не хочу. Отец мой плоты гонял, а я вот... Этого я тебе не могу выразить. Тише, тише, тише. Ну ты говори, говори тише, спокойнее. Ты говори, как бывало, сказки мне рассказывал. Я тебе не сказки, я тебе всегда правду говорил. Видишь ли, попы, цари, губернаторы, на кой черт они мне надобны? В Бога я не верю. Где тут Бог, сама видишь. И людей хороших нет. Хорошие редки, как фальшивые деньги. Видишь, какие все. Вот они запутались, завоевались, очумели. А мне-то какое дело до них, Булычеву, да Егору? Зачем они и тебе? Ну как тебе с ними жить? А ты не беспокойся. Ты не беспокойся за меня. Александра, а к тебе Тоня с братом пришла. И этот вот. Ну-ка иди. Подожду. А ты иди-ка, мне с отцом поговорить надо. А мне надо. Шурок, ты потом зови их сюда, молодежь. Сказать, Егорий, Александра ведь подружилась с прощелыгой этим. Ну, с двоюрным братом Андрея. Ну, ты же сам понимаешь, что это ей не пара. Ну, что мы, ну, одного не еще приучили, так он вон как командует. Ты, Аксинья, совсем как дурной сон, прав. Ну, что ж так, обижай. Обижай, Бог с тобой. А все-таки ты
запретил бы ей амурничать с Тятиным. Еще что? Ты, ну, помирился бы ты с Меланией. Ну. С Меланией? Зачем? Ну, как же, милый, ну, здоровье твое уж. Ну, помирюсь. Звать. Имею желание видеть Меланию. Ну, ты поласкивай, милый, поласкивай. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем. Вранье! Кругом вранье! У, черти! Папаша! Папаша! Папаша, я слышала, как мать говорила о Степане Тятине. Ты все слышишь, все знаешь. Тятин скромный человек. Он не потребует за Александрой большого приданого. Он очень хорошая пара для нее. Заботливая ты. Я присмотрелась к нему. О ком ты заботишься? Эх вы, черти домашние. Ну, папа... Что, малыш, помирим, что ли? Кто-то воин. Обижаешь всех ни за что, ни просто. И остави нам долги наша, малаша. Не о долгах речь, не о заруе. Егорушка, мне с тобой надо бы глаз на глаз поговорить. Так опять поругаемся мы с тобой. Сейчас лекарей попридет. Выздороветь мне хочется, малаша. Зубунова лекариха знаменитая. Докторам далеко до нее. А потом ты бы с блаженным Прокопием поговорил. Это которого мальчишки Пропотеем зовут, так и жулик он говорит. Что-то, как это можно? Ты прими его. Можно и Пропотея. Зови знахарку, Аксинья. Вон какие дела-то начались. Обрушил Господь на люди своя тьму смятения. Обезумели все, сами у себя под ногами яму роют. Черт-то бунтуется. Копосовские бабы в лицо мне кричали. Мы, дескать, народ, наши мужья-солдаты народ. Каково, когда это солдаты-то за народ-то считались? Это все я Клаптев доказывает. Вчера? Владыка Никандр говорил, живем накануне происшествий сокрушительных. Разве штатская власть возможна? С времен библейских народами управляла рука, владеющая мечом и крестом. А крест есть меч царя, тамазанника Божия с престола. Столы свергли! Это что значит? Господи, благочестивейшего самодержавнейшего великого государя нашего императора Николая Александровича и я Руси. Вы, честолюбцы, радуйтесь падению престола. Не обернулась бы радость-то. В горькие вам слезы. Вы, малаш, знаете, все смешно. Все смешным кажется. Эх, Егорий, много в тебе этого осталось, вот это... Да ты еще много! Зубунова говорит, чтобы все ушли. Ну, надо идти, Егор. После. Что? Что ты чертей гоняешь? Ой, вышло
душевные недуги, телесные печали, отвержитесь, откочнитесь от раба Божия, удалитесь, сей день, сей час отгоняю вас, по всю жизнь крепким моим словом во веки веков. Здравствуйте, благомилостливый человек по имени Ягорий. Здравствуй, тетка. Это ты чертям молишься? Что ты, роженый, не с ним можно дело иметь. Надо так можно. Попы Богу молиться, а ты не поп, ты должна чертям. Ну что это, какие страхи ты говоришь? Про меня только глупые рассказывают, будто я с нечистой силой знаюсь. Да, тогда, тетка, у тебя толку не будет. Попы Богу за меня, Богу за меня молились. Бог отказался, не помогает мне. Это шутишь, дорогой человек? Это потому, что не веришь я мне. Я бы поверил, когда чертей пришла. Ты, конечно, знаешь, слышала. Я распутной, с людьми жестокой, да денег жадной. Слыхала, да не верю, что ты пожалеешь дать мне добрую денежку. Я, тетка, великий грешник. И Богу дела нет до меня. Отрекся Бог от Егора Балычева. Так что, ежели ты с чертями не знакома, иди лучше девкам выкидыши делать. Это ведь твое ремесло. Верная, верная слава про тебе, что ты напористый, озорной человек. Ну, чего соврать хочешь, валяй. Врать не обучена. Ты скажи-ка мне, что у тебя болит? Как болит? Где болит? Живот болит сильно вот здесь. Видишь ли, только ты никому не говори, ни-ни. Не скажу, не бойся. Есть недуги желтые и есть черные. Желтый недуг его и доктор может вылечить, а черный ни поп, ни монах не замолит. Черный это уж от нечистой силы, и против него одно средство. Сразу, пан или пропал? Средство это дорогое. Ну, конечно, понимаю. Тут действительно с нечистой силой надобно дело иметь. С самим сатаной? Ну, не прямо с ним, а все-таки... Может. Только ты никому ни словечко. Иди к чертям, тетка. Уходи-ка. Иди прочь, да ушибу. Слушай-ка. Они я ведьму. Уходи. Да что это? Что это? Да вы какие? Иди прочь, да ушибу. Что это вы какие? Куда же? Ведьмы представляешься. Да ты сама ведьма. Рожа-то какая. Гони, гони ее, ведьму. Иди прочь, да ушибу. Ааа! Я снах вам не покоя! Не пора ли вас забуновано? Не угодила? Угодила, она тоже нравная. Да. Она захвалена и зазналась. Малаша, как думаешь, у Бога живой болит, а? Ты не думай. У Христа, наверное, болел.
Христос рыбой питался. Перестань, Егор, что ты меня дразнишь? Она денег просит, не беспокойся. Ну дай ей, Аксинья. Ты, малаша, извини, я пойду к себе. Устал я. С дураками хуже всего устаешь. Ну, глах ноги. Притворяется он сумасшедшим, притворяется. Ты ойли, где уж ему-то? Ничего, пусть играет. Это потом против него же обернется. Если духовное это завещание, судом оспаривать надо будет. Таисия будет свидетельница, Забунова, отец Павлин, да мало ли, расскажем, что завещатель-то не в своем уме был. Ну уж это я не знаю, как тут а быть. А я тебя учу, ах, ты выскочила замуж, а я тебе говорила, выходи за Башкина. Да какого Башкина, когда это было? А Егор-то какой был орел, ого-го-го. Ты сама завидовала. Ты что? Очумела? Ты что? Ну, ладно, что там вспоминать-то? Господи, помилуй, завидовала я, Господи, ну, помилуй. Да. Скажи, Прокопий-то, может, не надо? Почему же не надо? Призвали блаженного, уговорились, и вдруг не надо? Ты не мешай мне. Иди, приготовь его и приводи сюда. Таисия! Ну что? Ничего не узнала я. Почему? Не говорит она ничего. Как это не говорит? Ты должна была выспросить. А я выспрашивала. Ну? А она фыркает, будто кошка. Ругает всех. Как это ругает? Жуликами. А за что же это она? С ума, говорит, хотите свести человека. Это она тебе сказала? Нет, про Потею блаженному. А он что? А он все прибаутки говорит. Прибаутки? Ах ты! Лапоть! Он блаженный. Он прорицает. Дура. Иди, сядь в прихожей и не уходи никуда. В кухне был еще кто-нибудь? Макей. А, ступай. Придется беда, как Волги вода на тысячу вёд по всей земле. Облик человеческий с людей смывая. Ох, накурена! Душа задыхается! Да здесь никто не курит! Батюшка, никто не курит! Погоди! Дай выйти! Какой явился? Ты не бойся и не страшись, все тлен, все пройдет. А не свергнут царь и погибает царство, где царствует грех. Дай нас на меру! Миланя, ряды, что ли, обучила его? Что выдумываешь? Разве безумного можно научить? Похоже, что можно. Это что такое? Что за представление? Молчи! Не спит еретик, а часики. Тик, да тик, тик, да тик.
бы Бог! Ты как бы Бог! Да-да! А чья беда? Игрей! Сатана! Тебе воля дана! Стукнула полночь! Стел беду кукуреку! Тут конец Ерикику! Ладно, тебя научили! Не мешай, Егор, не мешай! Убили! Гнину! Поют! Панихиду! А маме плясать надо! Юхала, да юхала, да ты чего нанюхала? Дым-дым! Дым-дым-дым! Сатана играет им! Его ведьма закатала, в свои ляжки закатала! Гей-гей-гей! От греха, от блуда не денешься никуда! Потом за горе родился на горе! Прогоните его! Ну, черт вас, испугайте меня! А ты что? Ты кто? Отец, ну что ты молчишь? Прогони всех! Погоди, погоди! Его нельзя трогать! Он в наитии! Он в восторге! За такие восторги мать Мелания по шее бьют! Иди, не бросься! Оглянелись! Лучев нехорош весьма. И демонстрация идет. Надо примкнуть. Сайгуменья придумала. Звери. Она вроде понесили по-живому. Тебе нехорошо. Скажи, нехорошо тебе. Послать за доктором. Не надо. Кабы Бог, кабы Бог слышал, не может. Это надо бы на все забыть. Да. Ты не вставай. Не вставай. Что там на улице? Пою, Шура! 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 Ой! Глаха! Глаха! Царствие твое, какое царствие! Звери, царствие! Панихида! Живому! Плохо! Нет! Плохо! Не вижу! Ничего не вижу! Шура, Глоха! Кто-нибудь черти! Отче наш, какой же ты отец! Если насмерть осудил, папа. За что? Зачем? Егор, молчал, Егор! Папа! Егор? Получок, Егор? Егор? Доктора! Доктор! 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 Папа! Папа! Глафиру бы не обидел! Шура! Шура, что нам опять отпевают? Папа! Опять понесли, да по-живому! Шура! Шура! Папа! Смотри! Смотри! Погибнет царство, где смрад!